Я сейчас расскажу вам про своего прадеда Пузанова Георгия Ильича. Мой прадед Пузанов Георгий Ильич родился 6 мая 1911 года в деревне Валуйки Московской области Волоколамского района. В 1936 году 1 ноября он вступил в ряды советской армии, воевал на Дальнем Востоке и участвовал в борьбе с Японией. Он получил награды «Халкин Гол», «Бит Ялав» и «За победу над Японией». В 1940 году он вступил в ряды органов КГБ и состоял в подразделении СМЕРШ. Он был командир Красной Армии, получил медали за боевые заслуги. А после войны он был председателем колхоза, а потом главным агрономом. Мой прадед умер 1924 года в мае.